Даны 4 монеты. Каждая из них весит 9 граммов или 10 граммов. Есть электронные весы с одной чашкой, которая показывает общий вес положенных на эту чашку монет. За 3 взвешивания выясните про каждую монету, весит она 9 или 10 граммов. Повторяю, представьте себе, что за взвешивание вы должны заплатить. Почему-то запрещают просто так много раз вешивать. И задача за 3 взвешивания узнать массы 4 монет. Про каждую монету надо узнать, сколько она весит. То есть узнать общий вес легко. Положил все 4 монеты, вес и все. Узнать вес одной монеты легко. А вот... Повторите, пожалуйста, вес монеты. Это не так важно. Важно, что отличается, что называется, настоящий от ненастоящий на одно и то же количество. Ну, например, для определенности пусть будет 9 и 10. То есть какие-то весят 9, какие-то 10. Может быть, все весят 9, может быть, все весят 10. Понятно? Определить, какая сколько весит, да. А, ты не знаешь, сколько монет. Да-да, что же? Первое взвешивание. Мы взвешиваем монету А и монету Б. У нас есть 3 варианта. Да. Либо здесь у нас будет 20. Тогда мы... 20, 19 и 18. Если 20, то, мы сразу то после этого остальные монеты по одной взвешиваем, все хорошо. Если 18, если 18 то здесь 9. Да. А если 19? А если 19, вкладываем монету А. Да. Второе взвешивание у нас будет, например, если монета С и монета В останутся в весе 19, да. Что тогда делать? Значит, А равняется С. Да, и что? Но неизвестно чему. И тогда у вас ничего не получится. Вот типичное неправильное решение. 3 монеты. Да. Отлично. У нас есть 4 варианта. Если они 27, то все хорошо, мы взвешиваем. То мы фактически все знаем, да. Да. Взвешиваем монету D и все узнали, если да. Если 30, то же самое, мы все знаем. Да. Отлично. Да. Есть 2 нехороших варианта. 28, 29. Да. Если вариант 28, то мы взвешиваем А, Б и... Пожалуйста, пожалуйста. Взвешиваем 2 монеты, А и Б. Да. В общем, да. 2. Все-таки 2 варианта. Ну, 2. 20 не бывает. Потому что тогда получилось бы, что С весит... То есть вариантов все-таки 2. Ну, хорошо. И осталось последнее взвешивание. Если 18, то понятно, что А и Б были по 9. А что делать, если А и Б весят 19? Мы понимаем про А, Б, и у нас еще есть совершенно невзвешенная монета Д. И это беда. Заходите. Что, решил? Пожалуйста. Теперь мы действуем, мы взвешиваем любые 3 монеты. И будем А, Б, С. Ну, хорошо, то есть так же, как у нее. А, Б, С. Опять 4 варианта, опять 27 понятно, 30 понятно. Проблема, когда 28 или 29. Что делаем тогда? Тогда мы взвешиваем монеты А и Д. Пишите, А, Д. Вариант 28 очень похож на вариант 29. Поэтому давайте разберем, когда, например, 28, хорошо? Что тогда делаем? Если у нас попалось 18, то получается у нас... Мы все знаем, да. Ну, также нарисуйте. Бывает 18, бывает 19. Если 19... А 20 не бывает. Потому что если А плюс Д это 20, то С это 8, а 8 у нас задача запрещена. В смысле, бывает. Б, С это по девятке, С 10, а остальные 3 это девятки.
И все у вас идеально. Если А плюс Б плюс С это 28. А равно 10, Б, С равно 9, Д равно 10. Значит, вариант 20 тоже возможен. Почему вы играете в эти свои ручки, шарики, стулья? Человек рассказывает. Он может рассказать правду, может неправду. Но его надо выслушать. Откуда у вас такая привычка не слушать друг друга? Ребята, это плохая привычка, неправильная. Потому что в результате вы на занятиях получаете пользу только тогда, когда учитель подошел к вам лично и что-то вам втолковывает. Отлично. Если в классе 20 человек, это значит, что вы реально получаете пользу на 1/20, а скорее реже. Потому что бывают еще и лекции, которые вы принципиально не слушаете. Да? То есть получаете примерно 1% школьного времени, вы учитесь. Это очень мало, ребята. Это очень плохо. Хорошо. Если у нас 20, то все понятно. У нас получается А дихити, Д дихич, ну и из-за этого Б и С это 9. Если мы 17, то мы просто взвешиваем Б. Да. Если Б это 10, то С это 9. Если Б это 9, то С это 9. Хорошо, хорошо, дальше. И наконец-таки 19. Мы взвешиваем А. Да. И тогда мы знаем, чему равна масса А, мы знаем, чему равна масса Д, но не знаем про Б и С. Он не решил задачу. Садитесь. Не получилось. То есть все было хорошо, а вот этот вариант с 19 он не сумел разобрать. Чего себе, это не значит, что его не надо было слушать. Неверное решение – это тоже прогресс. Просто надо чуть-чуть подумать. Первое взвешивание вы уже угадали, господа. Действительно, три монеты взвешивать – единственно разумный способ. Можно легко понять, что если взвешиваешь одну монету, то дальше уже не получается. Или две, или четыре. Вот. А вот когда три получится, вы чуть-чуть не дожали. Кстати, на олимпиадах это очень часто бывает. Когда вы на самом деле, что называется, почти все придумали, и вот чуть-чуть-чуть недоработали. И обычно это очень обидно, когда человек почти все решил, а в результате, что называется, 0 баллов. Давайте взвесим АБД. Просто АБД и все. АБД. Александр Ильич, АБД и все. АБД. После АБД нужно взвесить БЦ. И тогда, если БЦ будет 18, то БЦ это 9,9, а А это 10, Д это 9, а если 19, то А это сколько процентов 10, а Д это 9. А, Б, Д. Я должен видеть БЦ, Д. Господа, а давайте я еще усилю задачу. Вы, смотрите, вы как говорите, если будет то-то, то я вешаю то-то. Если то-то, то вешаю. Дайте я запрещу это. А давайте вы должны, что называется, заказ на взвешивание написать сразу. Заказ будет звучать так. Взвешиваем А, Б, С. Какие варианты там возможны? 27, 28 и 29 и 30. Отлично. Дальше, господа, я даже оставлю все как здесь. Взвешиваем А плюс Д. Вот давайте посмотрим, какие здесь варианты. Вот если вы взвесили А, Б, С, это 27, значит они все по 9. И значит здесь вариантов не так много. Либо 18, либо 19. Согласны? Да. Отлично. Здесь то же самое, все легко. Либо 19, либо 20. Согласны? Да. Замечательно. Здесь хуже. Какие здесь варианты? Когда 28? 18 бывает. 19 бывает, 20 бывает. Так, и здесь то же самое. Отлично. 18, 19, 20. Господа, а вот теперь
пожалуйста, скажите, две монеты, какие достаточно взвесить, чтобы все выяснялось? БЦ не решает. Потому что, смотрите, если здесь будет БЦ, то перестановка их местами не будет заметна. Нельзя писать БЦ. Что? А и С? Нет. Не верю. Это все равно же АВ. А АВ не подходит. Не Б. А Б не подходит. Вот. Давайте БД. Давайте БД. Господа, давайте просто проследим, что у нас возможно. Вот смотрите, если здесь 27, то вообще-то мы уже точно все знаем, что А, Б и С, они по 9. В этом случае, вот если у нас здесь 18, то здесь возможен только вариант 18. Если здесь у нас 19, то D равно 10, B равно 9. Это будет только вариант 19, потому что на самом деле уже нам здесь ничего не надо, да? И здесь тоже просто, потому что если вот мы уже знаем, что 30, то они все по 10, здесь тогда будет 20, здесь, если у нас А, Б и С по 10, а Д это 9, то здесь будет 19, здесь все просто. А вот здесь интереснее, значит, если 18, то какие у нас варианты? Давайте посмотрим. Если у нас 18, то это что реально означает? Это означает, что А равно D равно 9, А равно 9, значит, одно из чисел B и C равно 9, а другое 10, правильно? Да. Стоп. И что, и получается, что я не решил, что ли? Нет, получается, что будет, если B плюс D, то будет 18. То есть B плюс D может равняться трем вариантам. Нет, двум только. Почему? Потому что D равно 9, да? Да. Оно может равняться либо 18, либо 19. Либо 19, да. И что в этом случае? Если 18, то хорошо. Если 18, то это значит, что B равно 9. А C 10. А C равно 10. Мы все узнали. А если B равно 10. А C равно 9. С равно 9, мы все узнали. Так, недолго осталось. Если здесь получилось 19, что тогда? Для 19 какие могут быть варианты? Может быть 18, может быть 19 и может быть 20. Смотрите, господа, если B плюс D равно 20, то B это 10. D это 10. А, это у нас 9. Если мы знаем, да, то в таком случае А мы знаем, что это обязательно 9. И мы знаем, С знаем, С это 9. Согласны? Да. Так, отлично. Если 18, то очень похожая вещь. Да. B равно 9, D равно 9. Понятная идея, да? Вот. А если мы знаем B и D, то мы знаем, что R в таком случае равно 10, и это значит C равно 9, по-моему, так. Потому что мы вычисляем, если мы уже знаем три штуки, то... вот. Так, теперь если 19. Если 19, тогда одна из B и D равна 9, а другая 10. Значит, получается, что A равно B. Но если A равно B, а сумма 28, значит, А равно 9, Б равно 9 и Д равно 10. Согласны? С равно 10. И С равно 10, да. И все, все определилось. Может, я не буду выписывать этот вариант, потому что он симметричный, надо заменить, понятно, да? Девятки на десятки и, соответственно, дополнение. Ну все.